Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск телевизионного дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. И сегодня мы обсуждаем тему, которая является особенно злободневной для молодых, а особенно для тех молодых, которые пользуются социальными сетями, присутствуют там, постят, репостят, лайкают и делают что-то еще. Как вы можете увидеть на экране, и те, кто видел анонсы, сформулирована тема очень просто. Как не сесть за репост? Ну, последние инновации, которые вносятся в уголовный кодекс, в административный кодекс, говорят, что вроде бы сесть уже тяжело, но тем не менее, выражаясь просторечным языком, ухо надо держать востро. Вот об этом мы сегодня и поговорим. О, грубо говоря, гигиене нашего поведения в сетях с юридической точки зрения и с морально-этической точки зрения, потому что она тоже имеет очень серьезное, на мой взгляд, значение, неотъемлемое от юридической, от правовой составляющей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы представить экспертов. Это Мария Вячеславовна Талант, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой. Я так понимаю, что здесь много студентов юрфака, да? Дружные аплодисменты. Очень хорошо. А в центре группы экспертов Павел Чиков, Павел Владимирович Чиков. Наверное, тоже многие знают, особенно из юристов, действующих и будущих. Руководитель международной правозащитной группы «Агора». Это еще не все. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Можете еще раз поаплодировать. И ту сторону, которая в представлении многих ведет себя довольно безответственно, позволяет себе вольности, представляет директор Высшей школы журналистики, давний наш коллега, Леонид Григорьевич Толчинский, тоже прошу любить. Я понял, журфаковцев больше. Я понял. Спасибо, спасибо. Итак, давайте мы, благословясь, начнем. И я хотел бы, чтобы открыло наше обсуждение Мария Вячеславовна и открыла вот чем. Для меня и для журфаковцев, во всяком случае, со студентами-юристами, наверное, дело немножко по-другому обстоит. Есть некая загадка в самом появлении и смысле существования 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Можете вы прокомментировать коротенько, зачем мы в советские времена, если мне память не изменялись, обходились без такой статьи, там немножко по-другому все это формулировалось. Но мы к этому еще вернемся. Вот Павел Владимирович уже на меня внимательно очень смотрит, он сейчас поправит, он скажет, в советские времена еще и не такое было, да не забывайте. Но тем не менее, давайте начнем с УК Российской Федерации, вот с этого, с этой 282 статьи. Спасибо большое, спасибо, очень приятно, что вы там. Микрофон, пожалуйста. Очень приятно, что в этой аудитории... Он включен. Спокойно говорите, все нормально. Присутствуют не только студенты юридического факультета. Да, у нас есть юристы в этой аудитории? Почти их и нет, наверное. Немножко. И есть студенты других специализаций, как раз очень хорошо, потому что юристы наши, они знают подобные проблемы в рамках преподавания курсов «Уголовное право», «Уголовный процесс». История статьи 282 связана с принятием нового Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был принят в 1996 году, и уже в первоначальной его редакции была статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равное унижение человеческого достоинства». Данная норма находится в главе «Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства», потому что все-таки преступление это посягает действительно на основы конституционного строя, в частности, связанные с... В частности,
связаны с обеспечением интересов государства и безопасности государства в том числе. Объективная сторона преступления выражается только в действиях, которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети интернет. За период действия Уголовного кодекса с 1996 года статья эта подвергалась неоднократным изменениям, в частности, федеральными законами от 8 декабря 2003 года, от 26 июня 2014 года и от 6 июля 2016 года. Изменения были направлены на конкретизацию признаков объективной стороны. В частности, было добавлено уточнение о том, что возбуждение ненависти или вражды возможно осуществлять и в интернет-пространстве и связано с конкретизацией видов наказания, которые возможны за данное деяние. Но вы знаете, что эта статья вызывает вопросы, и это нашло отражение также и в дальнейших предложениях по изменению конструкции данной статьи. На сегодняшний момент есть проект федерального закона о внесении изменений в данную статью, опубликован он 3 октября 2018 года, и вносится он по инициативе президента Российской Федерации. Основные изменения данного закона связаны, как называют сейчас, с либерализацией или гуманизацией отношения к деяниям, которые связаны с распространением подобной информации экстремистского характера в сети интернет. Суть изменений сводится к тому, что данное деяние влечет уголовную ответственность только в том случае, если лицо его совершившее было ранее привлечено к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Такая конструкция состава в уголовном праве называется составом с административной преюдицией. То есть первый раз за данное правонарушение наступает административная ответственность, если это ответственность не снята, не погашена в течение года, то совершается второе деяние, и, соответственно, за повторное деяние наступает уже уголовная ответственность. В этом случае повышается само значение административной ответственности, во-первых, поскольку лицо все-таки уже относится по-другому к процессу привлечения к административной ответственности, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, первое деяние все-таки по степени общественной опасности оно становится менее опасным и наступает оценивается как менее опасное, и только повторное деяние влечет уголовную ответственность. То есть смысл либерализации в этом, в том, что данное деяние повторное только влечет уголовную ответственность. Кроме того, наверное, это по ходу уже мы можем обсуждать, были внесены очень принципиальные изменения Верховным судом Российской Федерации в постановление Пленума Верховного суда, которое называется так: «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Изменения были приняты совсем недавно, 20 сентября 2018 года, и опубликованы 27 сентября. Смысл этих изменений связан с действующей пока редакцией статьи 282 и, в частности, связан с конкретизацией тех или иных положений, разъяснений, касающихся объективной и субъективной стороны состава преступления. Но, может быть, на них я остановлюсь по ходу вопросов. Да, конечно. Есть, спасибо, да? Спасибо. Спасибо большое за вводный комментарий. Павел Владимирович, коль уж вы так внимательно на меня смотрели, может быть, вы тоже прокомментируете вот эту ситуацию, эволюцию права, касающегося экстремизма, возбуждения межнациональной, межконфессиональной и так далее, розни, от позднесоветских времен к раннепостсоветским и к сегодняшним. Потому что вот Мария Вячеславовна сейчас отметила, что да, одно уточнение, второе уточнение, третье уточнение, они все направлены на конкретизацию, как было сказано. Я бы сформулировал вопрос немножко по-другому. Эта конкретизация означает ужесточение или послабление? Или не так нельзя это расценить? Спасибо за вопрос. Добрый день.
Это на самом деле риторический вопрос, потому что мы об этом узнаем только через какое-то время, в зависимости от того, как будет развиваться правоприменительная, судебная, следственная, судебная практика. В советское время были статьи такие против критики государства, там антисоветская агитация и пропаганда, например, да, то есть была там группа статей, там, связанных со всякой антисоветской деятельностью, и был поставлен в начале 90-х годов такая точка жирная, то есть когда был принят закон о реабилитации политических репрессированных. И я правозащитную деятельность в 99-м году начал, и я еще помню, приходили люди, ранее судимые по этим статьям, и просили помочь с реабилитацией, то есть, грубо говоря, обжаловать эти приговоры, которые выносились до конца 80-х годов, на самом деле. И это была большая программа, которую реализовывала Генеральная прокуратура Российской Федерации в 90-е годы, когда поднимали все эти старые приговоры, старые дела из архива доставали, и Верховный суд их отменял, пересматривал. Значит, ситуация с антиэкстремистским законодательством в целом, она у нас изначально пошла по не совсем правильному пути. Объясню почему. Классический закон, который во всех там демократических странах обязательно существует, это закон против дискриминации, такое антидискриминационное законодательство. Когда речь идет о том, что определенные уязвимые группы, и они перечисляются, они подлежат дополнительной государственной защите. Павел Владимирович, да. Извините, пожалуйста, что перебиваю, возьмите микрофон. Потому что петлицы, говорят, не хватает. Хорошо. Настолько насыщенные мысли, что так лучше. Запирает там микрофон, поможет. То есть, собственно, то, как это должно быть изначально, это должен был быть не закон о противодействии экстремистской деятельности, это должен быть закон о запрете дискриминации или такой некий антидискриминационный акт, который как раз создавал бы государственную защиту определенных уязвимых групп. Уязвимых, потому что в силу разных причин, там, я не знаю, женщины более уязвимы, там определенные этнические группы более уязвимы, религиозные группы более уязвимы, и, соответственно, им требуется защита. У нас, собственно, основа вот этого антиэкстремистского законодательства — это закон о противодействии экстремистской деятельности, который вот в 2002 году был принят, и вот эти вот поправки, которые первые были, как вот Мария Вячеславовна правильно сказала, в 2003 году, они как раз и создали некую основу и условия для последующего следственной практики, то есть уголовных дел по этой статье. Судебная статистика опубликована, правда, с 2007 года, более раннего нет, а вот с 2007 по 2017 вы можете просто зайти на сайт Судебного департамента при Верховном суде и посмотреть, там, конечно, немножко, ну, кривовато, на мой взгляд, навигация устроена, и там эти экселевские таблицы, которые нужно понять, как им пользоваться, но, в принципе, вы можете получить информацию о том, сколько человек было осуждено ежегодно по той или иной статье Уголовного кодекса. И это будет такая вот экспонента, если говорить по 282 статью. То есть где-то в 2007 году это там 20 человек на страну, а 2017 это там 600 человек. То есть, как вы понимаете, в 30 раз увеличилось. И что еще важно сказать, и что пока еще не прозвучало, 282 статья — это далеко не единственная статья, связанная с уголовной ответственностью за экстремистскую деятельность, которая есть в Уголовном кодексе. И вторая по значимости статья — это 280-я. Это призывы к экстремистской деятельности. Но дальше есть целый большой блок других. Например, статья об оскорблении чувств верующих, которая довольно свежая, которая 2014 году была 148-я, которая была, она, скажем так, она существовала до, но она была совсем другой по описанию, по диспозиции. Сейчас вот в буквальном смысле оскорбление чувств верующих так и
звучит. И это был очень большой вопрос относительно правильности, неправильности включения этой статьи, потому что хорошо, как быть с оскорблением чувств неверующих, сразу возникает вопрос, да? То есть это не подпадает никуда, то есть атеистов можно оскорблять, пожалуйста, а верующих, значит нельзя. Но это первый такой очевидный вопрос, который возник. Я даже могу сказать, откуда эта идея про оскорбление чувств верующих возникла, ну, то есть криминализация. Это дело, связанное с известной акцией группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. И ну, наши адвокаты защищали, это наши подзащитные. И, собственно, тогда сразу было понятно, что это не хуже. Ну, то есть это очень сложно эту акцию, эти действия упаковать в статью о хулиганстве. И тогда возникла в администрации президента идея выделить отдельную вот эту вот статью. Есть и другие, например, экстремистский мотив, как так называемый, он присутствует во многих других составах преступления. Там побои, например, по мотиву там, ненависти, или там насильственные преступления, их довольно много. То есть, если вы там, ну я не знаю, не дай бог, на кого-то напали с криками там. Кокорин, ударившись стула Пака по признакам национальной ненависти. Вот, абсолютно. Да. Абсолютно, один да. Из свежих примеров. Я не знаю, какова там будет окончательная квалификация, вот, этой истории, но они уже признают то, что была шутка по поводу Gangnam Style, да? А это автоматом говорит об некой шутке по отношению к, ну там, национальной принадлежности или там расовой принадлежности, да? Этого, по-моему, он кто там из Бурятии? Пак, кореец. Вот, то есть вот этот вот выпад, он, соответственно, может быть квалифицирован как экстремистский мотив. Групповой, и вот по мотиву ненависти этот признак есть в статье хулиганства. Значит, то есть, что произойдет после принятия этих поправок? Ну, во-первых, мы видим, что начинают прекращаться уголовные дела некоторые. Мы ведем несколько десятков таких дел по стране. Пик общественного негодования был этим летом, и он был связан там с громкими историями из Барнаула, из Алтайского края. Павел Владимирович, извините, да. Аппаратную, можете показать эту нарезку снимков? Вывести на экран. Надеюсь, да, вот эта девочка первая, которая, да, 24-летняя барнаульчанка, как ее назвать-то правильно. Павел Владимирович, я с вашего позволения просто прокрутите, пожалуйста, картинку дальше. Вот за что попала девушка, выражаясь совершенно уличным языком, под раздачу. Вот, например, нижний снимок: в грязи идет группа верующих, это названо почему-то крестным ходом. Ну и там такая подпись, что у России по-прежнему две беды. Кто поговорку знает, понимает, о чем идет речь. Там вон изображен человек, которого можно считать похожим на Иисуса Христа, который курит и пускает дым через стигмы, ну и так далее. Вот это дело, по-моему, дошло до Верховного суда Российской Федерации. Нет, его вернули из суда в прокуратуру для устранения нарушений процессуального заключения. Да, то есть, ну, короче говоря, мы ждем, что дело будет прекращено и обратно в суд оно не вернется, надеемся на это. Наверное, вам больше всего интересно небезопасное поведение в публичном пространстве, да? То есть я тогда пару слов про это. Павел Владимирович, прежде чем вы об этом будете говорить, можно я вот упакую просто в такую, ну, обывательскую, что ли, в обывательский фантик то, что было сказано до сих пор вот Марии Вячеславовны, и то, что вы успели сказать. Вот получается, вы упомянули о динамике, 20 человек, там, грубо говоря, если память не изменяет, в 2007 году, да, и уже там по экспоненте скачок в 2017 году. Есть, наверное, здесь в двух словах буквально, может быть, одним словом уточнение. Вот как с вашей точки зрения и с вашей, Вячеслав, и с вашей, Игорь Олегович, включайтесь тоже. Пока вы улыбаетесь, это приятно, конечно, что вы в хорошем настроении, но хотелось бы, чтобы вы тоже комментариями включились.
Я имею в виду Игоря Олеговича Антонова, заведующего кафедрой уголовного процесса, обратите внимание. Вот он в процессе сейчас может много чего рассказать. О чем я говорю? Вот это освидетельствует о чем вот этот скачок? О том, что изменились, радикализировались отношения в российском обществе? Или о том, что судебно-правовая система или разыскная система, как угодно, стала более внимательно следить за выполнением буквы и через запятую духа закона? Ваш короткий комментарий. Ну, я свое субъективное мнение на это еще скажу. Собственно, это, на мой взгляд, похоже с борьбой с бандитизмом и с организованными преступными группами. Да? То есть у нас был разгул о Казани, это же известный криминологический там термин, казанский феномен, как известный. Да? То есть разгул группировок был с конца 70-х и все 80-е, начало 90-х. Вы, конечно, практически никто этого всего не помните и не знаете. Но борьба с ними началась во второй половине 90-х годов, то есть, грубо говоря, на излете, по большому счету, самого явления. И здесь мы видим примерно такую же, немножко запоздалую, на мой взгляд, реакцию государства, когда ведь первые антиэкстремистские подразделения в полиции появились в 2008 году только, то есть на месте управления по борьбе с оргпреступностью как раз, то есть как бы подход был такой, что с бандитами поборолись, а теперь давайте будем бороться с экстремистами примерно теми же силами, теми же методиками, что самое интересное и так далее. Но об этом, может быть, попозже. И по всем государственным органам прошли указания бороться с экстремистами. Прокуратура бороться с экстремистами, таможня бороться с экстремизмами, значит, с экстремистами, там, Министерство юстиции. То есть каждый орган, не говоря уж про следственные подразделения, про полицию, про ФСБ, про Следственный комитет, должны отчитываться о борьбе с экстремизмом. Когда вы должны отчитываться о борьбе, понятное дело, что это явление будет все время увеличиваться, потому что ну, такова логика просто государства. Павел Владимирович, да? Я понял, я думаю, и публика тоже, аудитория поняла. То есть речь не о том, что радикализируется настроение в обществе, речь о том, что получают команду соответствующие органы и начинают ее выполнять. В очень большой степени да. Так. Конечно, нельзя отрицать и игнорировать и процесс, который происходит в обществе. Но если, например, раньше мы видели разгул неонацистских группировок во многих городах, и чего, слава богу, не скажешь про Казань. В Казани это было совсем так минимально, а там, например, какой-нибудь внезапный Ижевск или какие-то другие города, в которых были просто боестолкновения, Воронеж там какой-нибудь, да, то есть между антифашистами и неонацистами. И вообще, если вы, может быть, не помните, то первоначально 282-ю статью как называли? Не помните вы? Нет. Русская статья ее называли. Русская статья. То есть по ней в основном привлекали к уголовной ответственности именно русских националистов, которые высказывались против кавказцев, против там черных, против еще каких-то вот, ну, таких вот групп, на их взгляд, которые должны дискриминироваться, и, соответственно, был большой вал, и был вопрос у нас внутри даже, а вот должны ли мы защищать этих людей, да, неонацистов, которые высказываются и которых уголовно преследуют. И мы долгое время этого не делали, ну, потому что, собственно, неонацистская идеология, она, ну, там, неконституционна, да, то есть, грубо говоря, она подрывает основы и так далее. Проблема возникла, такая правозащитная, в тот момент, когда фокус сместился на других. И первая история произошла в Йошкар-Оле, у нас здесь, в соседнем регионе, когда последователя марийской традиционной религии, веры, они там жрецы, опубликовал книжку, в которой описывал, значит,
там, я не знаю, общие ситуации в стране и то, как все плохо развивается, и что необходимо для того, чтобы это все улучшить, вернуться к неким корням. А какие корни у нас здесь в России? Значит, религии основные все пришлые, не российские. И, следовательно, нужно вернуться к корням, а корням — это традиционные верования. Ну, то есть, как бы... Язычество. Язычество, да, в том числе. Вот, и это его мнение, да, то есть мы можем с ним не соглашаться, значит, лингвисты, когда оценивали эту книжку, они там громко улыбались по этому поводу, ну, то есть выглядело все немножечко так не совсем... Карнавал. Да, вот, но уголовное дело возбудили по 282 статье в отношении него по признаку унижения достоинства социальной группы сотрудники Министерства культуры Республики Мариэл. И мы здесь, когда это прочитали, тогда, вот уже 12 лет назад, и мы поняли, что это куда-то не туда совсем пошло. Человека признали виновным, а потом пошел вал. Социальные группы военнослужащие, социальные группы сотрудники милиции, социальные группы прокуратура, социальные группы депутаты. Социальная группа власть. Социальная группа власть. Еще больше, да. Значит, ну, давайте чуть-чуть обострим. В Республике Татарстан тоже отметилась таким уголовным делом в отношении бывшего пресс-секретаря президента Ирика Муртазина. Была 282-я статья, и там тоже была социальная группа власть. Сейчас мы защищаем политического оппозиционера в Ингушетии, которого судят, вот сейчас идет судебный процесс, по той же самой 282 статье, где социальной группой признан глава республики Юнусбек Евкуров. Единично? Персонально? Вот персонально, потому что он символизирует собой власть, как руководитель, ну, да, и это, грубо говоря, собирательный образ власти. И следовательно, а тут мы выходим на вопрос. А как вообще происходит доказывание? И вообще, как ищут такие дела? Как они находятся? Вот смотрите, маленькая ремарка. Да? Мы начинали с оценок сугубо юридических, правовых. Затронули по касательной пока что оценку морально-нравственную, культурную даже. Да? Вот эта вот книга того марийского автора, который там призывает вернуться к этим ленточкам на деревьях, да, по весне, там, это традиционная культура луговых, там, морей, языческая. И сами того, может быть, не то что не ожидая, но на этом не настаивая, перешли к политической компоненте. Правда? Уголовной статьи, Мария Вячеславовна начала с этого совершенно справедливо, что ведь эта статья не случайно помещена в раздел Уголовного кодекса, который трактует антигосударственные преступления. Я хотел бы здесь, почему я вмешался с этой ремаркой, я хотел бы просто сделать небольшой мостик. Вот смотрите, вот ребята, которые здесь сидят, и многие из тех, которые нас сейчас смотрят, слушают, я думаю, они задаются простым, может быть, да, вопросом. Ну хорошо, вот это где-то все там. Вот там борцы за право ингушей устанавливать свою там границу, да, с Чечней, Евкуров там не поддержал их, не пошел с ними в одном ряду, или, как скажут другие, на поводу, значит, он плохой, а мы тебя засудим. Это политика, это такая большая межнациональная там какая-то, хотя они все родственники, эти вайнахи, в принципе, одно племя, но это детали. Это одна сторона дела. Какое это... Казалось бы, вот пропасть просто между тем, что я тут запостила какого-то котика, да, а у котика там на ошейнике какая-то надпись или там какой-то значок рунический, да, и вдруг меня приглашают и начинают, как это называется, винтить, да, винтить. Вот каким образом... каким чудесным образом, может быть, я не знаю, вот Игоря Олеговича попросить подключиться к Павлу Владимировичу, тоже прокомментировать, потому что вопрос как происходят эти процессы, как это все вызревает от пустяка, казалось бы, от невинной шутки, от простого лайка. Кстати, я, может быть, опережу кого-то тут, имейте в виду, если кто-то в Одноклассниках сидит, я думаю, немного таких, но тем не менее, там есть, оказывается, фишка такая, если там ставишь лайк, то это автоматом превращается в репост. Потому что эта статья, которую ты лайкнул, она попадает в новостные блоки и становится общедоступной. Доступной так называемому неопределенному кругу лиц, что уже означает массовое распространение информации.
И то есть в «Одноклассниках» попасть под статью или, по крайней мере, под неприятности гораздо проще, чем в других социальных сетях. Но я отвлекся, извините, да? Да нет, я думаю, что вы, в общем-то, очень правильно подметили эту мысль. Мне очень понравился термин, который вы использовали в самом начале — гигиена, да? Потому что ведь... По большому счету, все люди взрослые, все многое понимают. Да? Мы можем вернуться к простейшим примерам. Если вас просят, как пассажира поезда, привезти что-то из Казани в Москву, вы возьмете этот пакет? Или посмотрите, что там внутри? Или не посмотрите? А смотря от кого? Вот и я про что. От незнакомого человека, милая девушка, которая просит вас, пожалуйста, вот очень надо бабушке пирожки или что-то наоборот. Ваша гигиена, вы посмотрите или не посмотрите? То есть ваша ответственность, да, то есть людям надо помогать, все это знают, все это замечательно, все верно, но ответственность тоже должна быть. И тут говорились про дела, давайте вернемся, есть дела, которые действительно у правоохранителей вызывают вопросы, да, а что они здесь нашли? Это может быть действительно просто борьба за отчетность. Совершенно верно сказали, что есть подразделения, которые ориентированы, они решают свои задачи, может быть, не всегда, кстати, их решения более действенны, эффективны и заметны в уголовных делах, да, то есть это своя специфика. Здесь давайте проблему разделим. Статья нужна, это моя точка зрения, да, то есть ответственность за это должна быть, но вот поиск золотой середины, когда интересы всех, да, групп общества будут учтены, ну вот проект, который появился у президента, все-таки сначала административная юстиция, потом уголовное. То есть просто некоторые... более взвешенно относиться к каждому факту. Да, да, я понял, Игорь Олегович. Некоторые юристы в связи с этим подмечают такую вещь, да, или, может быть, экстраполируют ситуацию. Они говорят: да, хорошо, вы вроде бы декриминализировали эту, вот, ну, лайки, репосты, да, декриминализировали как явление. Говорим, и вот Мария Вячеславовна об этом говорила уже в начале, что, ну, сначала ты у нас попадешь на штраф. Да, или там на 15 суток, то есть по кодексу об административных правонарушениях. И если в течение года, год считается с момента совершения правонарушения или с 1 января? А, с момента вступления в силу, решения. Да, с момента вступления в силу решения суда, той или иной инстанции, ну, первичной, наверное, инстанции. Значит, отсчитывается год. Если за год ты ничего такого не напостил, не релайкнул там, или наоборот, не релайкнул, можно запутаться уже с этим, то все автоматом снимается, да? Это судимость тоже называется? Нет. Если проходит год, и так, вы не совершаете нового какого-то деяния административного правонарушения, то административная ответственность в этом случае погашается, все. Административное взыскание, да, для этого не требуется особого решения. Да, но если я в течение года, то есть меньше, чем за 365 дней, високосный не учитывается здесь? Ну, в зависимости, какой год у вас попался уже. Нет, ну, с момента вынесения решения. В течение года, да. В течение года, 365 дней. Вот если я за 365 дней ничего такого не лайкнул, да, никого ни хорошего не репостнул, то я могу еще раз. И я опять пойду по административке. Ну, год прошел, прошло два года, через два года, да, заново. Вот это интересно, да? Можно раз в год себе позволить, это называется, да? Там, ну, зажиточный какой-нибудь юзер, там, ну, ладно, заплатил штраф, годик терплю. Потом Бенц опять кого-то там оскорбил, да? Или призвал к чему-то такому экстремистскому, еще годик терплю. Я думаю, что терпение у правоохранительных органов и у правовой системы очень быстро кончится, и эту статью поправят. Но интереснее другое. Вот, коллеги, журналисты и юристы, у вас нет ощущения, что произойдет следующее? Поднимется вал просто дел об административных правонарушениях. И энное количество людей окажется на таких мелких, средних, крупных крючочках. Да? Это можно ждать вот такого всплеска правоприменения? Нужно, я бы сказал. Даже? Нет, нужно, конечно. То есть как только эта статья 20.3.1 Кодекса административных правонарушений будет принята, а вступит в силу она с момента опубликования, потому что ну, это будет закон, улучшающий положение, и, соответственно, он будет сразу же, да, он будет иметь обратную силу, и, соответственно, он будет действовать сразу же, почти наверняка, то пойдет административная практика,
100%. Но тут вопрос заключается в том, что лучше, то есть сначала все-таки административка или сразу уголовная ответственность. При этом нельзя ни в коем случае обманываться и нельзя это воспринимать так, как вы говорите, как разрешение один раз в год что-то делать. Да, я понимаю, вы утрируете, но общий смысл как раз заключается в том, что, как я уже сказал с самого начала, статей-то больше. И самое интересное, что есть 280-я статья «Призывы к экстремистской деятельности», которая может быть квалифицирована, то есть ваши действия могут быть квалифицированы, все зависит от слов, которые вы используете. Но даже и здесь очень тонкая грань. Позвольте, я два слова скажу, каким образом вообще происходит выявление и доказывание этого самого экстремистского преступления. И какие там есть подводные камни. В общем, сейчас это все доведено до определенного автоматизма. И сейчас оперативники Центра противодействия экстремизму сидят у экранов с утра до вечера и гуглят, тем более, что сейчас Google позволяет поиск по картинкам. Угу. Туда загружается просто картинка, и, соответственно, все публикации, которые выходят, все публикации в социальных сетях, они открываются. Они их фиксируют, и дальше они пытаются установить, кто. Достаточно доказать, по большому счету, две вещи. Первое, это то, что на этой картинке или в этом тексте содержится, собственно, текст. Всегда нужен текст. Для привлечения к ответственности за экстремизм нужен текст. Это может быть словесный, устный, это может быть какой-то письменный, нужен текст. Это может быть песня, это может быть картинка с каким-то... То есть коловрат на котике — это будет не совсем то. Это будет совсем другая административная ответственность за, грубо говоря, за свастику, да? за пропаганду. Да, это отдельная статья. Она тоже считается экстремистской, но она вот, не влечет за собой уголовную ответственность. Вот смотрите, извините, я здесь вынужден буду перебить. Вопрос технический, вопрос, я думаю, для многих пользователей социальных сетей имеет конкретное значение. Сам факт, что я разместил изображение, например, древнеиндийского символа вечности, да, который известен в просторечии как свастика, он может быть расценен как экстремизм. Вот я выписал здесь, у меня есть заявление для прессы представителя Генпрокуратуры России Александра Куринова, который в частности сообщил, что размещение эмблем экстремистских или террористических организаций даже, вот как товарищ из прокуратуры рассуждает, без призывов участия в их деятельности не является поводом для возбуждения уголовного дела. Я, откровенно говоря, это когда прочитал, подумал, что в Генпрокуратуре собрались либералы против консерваторов в Следственном комитете Российской Федерации. Они ведь бодаются часто, соперничают. Уголовной ответственности действительно не будет, но будет административная. То есть есть отдельная статья до 15 суток административного ареста за публичное демонстрирование символики вот этой его. Да? То есть за любую свастику будет. И таких в год тысяча решений, тысяча административных дел. Как быть со Штирлицем? Этот вопрос многократно задавался. Это хороший вопрос, давайте я на него чуть позже отвечу, потому что важнее про уголовное. Да? То есть нужно доказать по большому счету две вещи. То, что текст содержит, и если мы говорим про 282-ю статью, то там есть, он двойной, да, возбуждение вражды или унижение достоинства. Человеческого. То есть для возбуждения вражды нужно противопоставление. Черные против белых, красные против синих, мусульмане против христиан, мужчины против женщин, я не знаю. То есть нужно, чтобы было противопоставление, в которых одни хорошие, а другие плохие. Если это противопоставление есть, любой лингвист вам скажет, что здесь есть возбуждение вражды. И вторая конструкция — это унижение достоинства. Унижение достоинства — это абсолютно тоже... Борьба добра со злом. Здесь вражда по отношению к чему? Не-не, имеется в виду же шутка, конечно, признак, да. То есть когда вы злом называете представителей какой-то этнической группы. Все, здесь будет то самое противопоставление. Или социальные группы, кстати сказать. Социальные, да. отдельный большой вопрос, кого считать социальной группой. Значит, по крайней мере, с религиозными и национальными, и расовыми, там понятно, да, это четкие и понятные термины.
А второе – это унижение достоинства. Для унижения достоинства в лингвистике тоже все, в принципе, давно выяснено. То есть слова, которые оскорбительные, которые унижают. И если это собирательный образ, то есть там все евреи такие-то, и унижение, и унизительное слово, например, какое-то идет оскорбительное, это будет унижение достоинства. То есть с точки зрения доказывания, каким образом действует? Оперативник находит этот текст, он его отправляет лингвистам. И здесь очень большой возникает вопрос, кто будет проводить и в каких учреждениях будет проводить это исследование. И если ответ идет такой, что да, есть, дальше у полицейских есть задача установить, кто автор. Как устанавливается автор? В зависимости от того, ну то есть иногда это довольно просто, потому что понятно, что человек выступил на митинге и вот он это сказал. И есть там видеозапись, например. Когда это речь о социальных сетях, то, следовательно, нужно установить принадлежность этого аккаунта. И здесь выходит на первый план, в какой социальной сети вы сидите и постите. И если мы говорим с вами про ВКонтакте, то у кого есть аккаунт ВКонтакте, поднимите руку. Вот, собственно, у меня нет, да. Так что за всех не говорите. А у меня как раз вопрос гигиены. Я передергиваю. То есть ВКонтакте почему проблема? Потому что администрация ВКонтакте открыто по запросу по электронной почте предоставляет информацию о том, кому принадлежит аккаунт, какой мобильный телефон, с какого IP-адреса, IP-адрес понимаете, что такое, да, то есть каждый раз, когда вы заходите в интернет, у вас есть определенный, у каждого устройства есть определенный IP-адрес, соответственно, он записывается на сервере в момент вашего входа в интернет. И если можно определить, в какое время был написан этот текст, и был опубликован, вернее, этот текст, и, соответственно, определить, кто это сделал. Все, есть ответ от лингвистов, что да, содержится, и есть ответ от администрации ВКонтакте, кто это сделал. Дальше рапорт об обнаружении признаков преступления и передается в Следственный комитет, который возбуждает. По большому счету, Следственный комитет уже, ему нужно просто облечь это все в определенную следственную форму, в вид уголовного дела, грубо говоря. Да, то есть дальнейшее, поэтому возбужденные уголовные дела по 282 очень трудно прекращать, то есть добиваться защиты становится трудно очень работать. Но это отдельная история, надеюсь, вам никогда это не понадобится, там есть свои, собственно, технологии, но по большому счету все. Проблема с 280 статьей заключается в том, что непонятно, что такое призыв к экстремистской деятельности. Потому что, как я вам уже сказал, возбуждение вражды и унижение достоинства – это более-менее понятные и уже отработанные вещи. А вот что такое призыв к экстремистской деятельности, здесь ключевым словом является призыв. Соответственно, это должно быть какое-то побудительное слово. «Долой», «бей», еще что-то. То есть вот это слово, оно будет ключевым. И опять же лингвисты здесь будут говорить, это слово, оно побуждает к определенным действиям или нет. Короче говоря, доказывание, оно все довольно простое. Но есть еще подводные камни. Какие? 282 статью оперативное сопровождение осуществляют полиция, как правило, а следствие – Следственный комитет. А 280-ю статью оперативное сопровождение и следствие осуществляет кто? Федеральная служба безопасности. И очень многие говорят, и я в том числе склоняюсь к этому объяснению вот этих поправок, это во многом проявление внутренней борьбы за контроль над всей этой антиэкстремистской кампанией. То есть, грубо говоря, ФСБ подорвала позиции полиции в этой экстремистской деятельности. Поэтому следует ожидать не только роста административных дел, да, но еще и уголовных дел 280-й последственности ФСБ. Коль уж мы об этом заговорили, я не знаю, Мария Вячеславовна, вы, Павел Владимирович, или вы, Игорь Олегович, кто-то, может быть, прокомментирует. Вот я недавно разговаривал с одним, назовем так, правоприменителем, человеком при погонах, все нормально. Леонид Григорьевич, мы сейчас до вас дойдем. Мы да, вам, я не мы беспокоюсь. Вам, мы, вам татар, мы вам татар-информ припомним разговор. Еще, погодите. Так вот. И этот человек мне говорит, касаясь 280-й статьи, просто разговорились, он говорит, вот
придут, ну, те, кто отвечает, по-видимому, за 280-ю статью, обнаружат у тебя в компьютере там склад, грубо говоря, экстремистских заявлений там, или листовок, и все, ты будешь привлечен. Я говорю, да как я могу быть привлечен, я же никуда их, это мой личный архив, в конце концов, да, вот я же не призываю никого, не распространяю, я же не тиражирую это. На что последовал ответ, нет, достаточно будет даже того, что у тебя хранится это на компьютере. Кто-то может из юристов, играет, как с точки зрения я могу криминалиста? Я предположить, что здесь не криминалист, здесь чистый процесс, предмет доказывания. Может быть, вы готовили преступление? То есть будет квалификация такая, что подготовка... Умысел был на подготовку какого-то. Сначала готовили, создали необходимую базу, а потом решили воспользоваться архивом в каких-то это такой, нехороших целях. Это такой аборт до зачатия, да? Замечательно. Я еще ничего не успел сообразить, а мне говорят, ты вот что хотел сделать. Мы с вами можем смеяться. Но, по большому счету, если бы у вас не было этого архива, я думаю, к вам бы точно никто бы не пришел и но ничего не предъявил. Смотрите, ведь как интересно. Вообще, для начала кто-то же должен был узнать, что такой архив есть, да? Потом на каком-то правовом основании он должен был залезть в святая святых, в мой компьютер, да, на мой там SSD-диск. Для этого нужны какие-то основания? Ну, или, как мы видим в фильмах, в основном американских, там, не нарушай мою privacy, идите отсюда, я вас... Где ваш ордер? Как это происходит вообще? Знаете, и в наших сериалах требует ордера, хотя самое? Его уже нет с середины прошлого века, да, но в новых ордеров сериалах для обыска. Но требует. Это другая процессуальная форма, но здесь давайте предположим, да, что если сделаем есть компьютер, допущение. Я по-другому скажу, что возвращаемся в ВКонтакте и всем остальным, если нет этого... и нет доступа, да, возвращаемся к гигиене, да, по большому счету. Вот ключевой момент, по-моему, сегодняшней встречи. Это гигиена. Это мне напоминает некоторые такие, знаете, вот дискуссии, которые затрагивают тему там 37-38 года, когда есть достаточно большое количество людей, и сейчас среди нас, среди живущих сегодня, которые говорят так же, как говорили их деды и бабки тогда, в пору большого террора. А мне бояться нечего. А ты не нарушай. Или парафраз на эту тему, гораздо позднее, более поздних времен, в кинокомедии Гайдая, тебя посадят, а ты не воруй, говорил Папанов. Мы на самом деле абсолютно защищены правовой системой. И вся проблема в том, что ты не воруй, соблюдай гигиену, как было здесь не единожды сказано, да? Думай, о чем говоришь. Мне кажется, здесь надо разделить понятия. У нас идет смешение. Я не знаю, умышленно, неумышленно вы пытаетесь совместить некоторые вещи. Давайте вернемся к тому, что любой преступник, более-менее, да, то есть у нас такие варианты в классификациях, которые готовятся, да, к криминальной деятельности, что-то делает для того, чтобы совершить преступление более успешно. Согласны вы с этим? Ну, то есть можно, да, давайте вернемся к тому, чтобы вору взломать дверь, нужна либо отмычка, простой замок, либо там система преодоления контроля доступа, да, то есть это приготовление. Поэтому ваш пример с тем, что вы что-то копили, толковать можно по-разному. И я думаю, что все-таки те, кто общался с вами, они люди более, скажем так, не с 37-го, не 38-го года. И я думаю, что все-таки вот приходить уже с той целью, чтобы посмотреть, что у вас на компьютере, и потом оценивать это как нечто призывающий, да, к экстремистской деятельности, какой-то довод должен быть, какой-то толчок должен быть. Условно, то, что вот здесь называлось оперативной деятельностью, что-то должно быть. Просто так, я думаю, вряд ли они придут. Давайте не будем смешивать понятия, не будем смешивать, что у каждого из нас на компьютере может быть что-то такое плохое, и это обязательно приведет к отсидке. И более того, там, 37-38 года. Есть совершенно конкретные реалии, да, есть совершенно конкретные проблемы в обществе, да, то есть совершенно конкретные люди. И есть среди нас, увы, те, кто готовит преступления. Я очень надеюсь, что среди присутствующих никого нет, да, то есть те, кто готовит преступление. Поэтому здесь давайте разделим. Я понимаю, что у журналистов принято, да, как-то иногда пользоваться очень разными приемами для того, чтобы доказать, да, ту или иную позицию. У юристов все проще. Пожалуйста.
А насчет того, чтобы получить доступ к вашему компьютеру, у нас не так давно в системе оперативно-розыскных мероприятий появилось замечательное мероприятие, которое называется «Получение доступа к компьютерной информации». Оно, по большому счету, не исключает вот такого варианта, что без вас, правда, на основании судебного решения, доступ получит. Это такой элемент прослушки в эпоху киберсистем. Да? То есть раньше можно было по решению суда получить право на негласную прослушку телефонных разговоров. Теперь можно, как я вас, если я правильно вас понял, получить разрешение на доступ к компьютеру. Это называется, да? Очень красиво, очень емко, доступ к компьютерной информации. Да, формально. Да. И давайте сразу скажем, что это не только в России, это во всех странах такое есть, аналоги вы можете найти, поэтому здесь Россия не изобретатель того, что вот такое мероприятие оперативно-розыскное, да, то есть то, которое условно называется не процессуальным, Мария Вячеславовна, не даст создать, оно существует, оно, видимо, нужно, раз оно вводится, раз оно проводится. Я прошу прощения, ответил на ваш вопрос? Потому что мне, да, нет. Я прошу прощения, может быть, я порекламирую юристов. Дело в том, что присутствуют ученики Марии Вячеславовны. Они в большей степени ориентируются как раз в деталях. Может быть, мы их тоже подключим в дискуссии. Представители ученики года готовы подключиться? По-моему, они уже с самого начала были больше, чем даже я. Пожалуйста. Да, спасибо. Я вот как раз аспирант Марии Вячеславовны, представитель кафедры уголовного права Казанского федерального университета. И я раскрою инкогнито. Дунин Олег Николаевич. Да, спасибо. Мы про вас тоже все знаем. Не только вы про нас. А, нам нечего скрывать. И вот представитель процессуального права так передал слово к нам, материалистам. И я бы тоже хотел несколько дальше эту пальму передать, потому что с нашей точки зрения проблемы в области антиэкстремистского законодательства, они кроются не в Уголовном кодексе. Так. Экстремизм — это плохо, нацизм — это плохо, фашизм — это плохо, исламский фундаментализм — это плохо. С этим едва ли кто-то будет спорить. И Уголовный кодекс говорит именно об этих формах экстремизма. Почему правоприменители необоснованно расширяют применение этой статьи до шуток, до других форм розни? Это другой вопрос. И сегодня уже говорили о новациях, которые, вот, возможно, грядут и внесут изменения в Уголовный кодекс. Дело не в самой статье, и изменения этой статьи нам вряд ли чем-то серьезно помогут в ближайшее время. Угу. И это нужно понимать. Об этом, ну, в эту же пользу свидетельствует вот то, о чем говорили наши уважаемые спикеры, то, что статья-то была давно, дел появилось много недавно, то есть проблема не в 282 статье, проблема в некотором, пожалуй, излишнем рвении сотрудников правоохранительных органов, которые применяют эту статью в тех случаях, когда по замыслу законодателя она не должна применяться. Вы сейчас косвенно опровергаете одного из своих учителей, который тут высказывался, и который сказал, что у нас, юристов, все четко. Все четко. Это у вас, у журналистов, тут всякие домыслы. А сейчас мы слышим, что вопросы правоприменения — это очень интересные вопросы, что один и тот же суд может вынести, вернее, два разных районных суда могут вынести чуть ли не противоположные решения по одному, казалось бы, очевидному делу, по одному и тому же вопросу. И что самое интересное, что на всей территории нашей необъятной Российской Федерации решение, если я правильно понимаю, отдельного городского суда будет вот калькироваться. То есть принято решение считать Ветхий Завет экстремистским трудом. Надо, что-то так и будет от Калининграда до Владивостока. Нет, Мария Вячеславовна? Ну вот я хотела бы немножко уточнить, развить мысли о том, что разные суды могут принять разные решения. Дело в том, что Уголовный кодекс – это закон, конечно, да, достаточно четкий закон, но, как и любой закон, все-таки это не набор компьютерных программ. Закон – это набор терминов, закон – набор слов. И многие термины, используемые в Уголовном кодексе, носят оценочный характер, имеют момент субъективизма. Таких терминов очень много. Вот, например, Павел Владимирович употребил понятие социальной группы. У нас нет ни одного закона, в котором бы раскрывалось такое понятие, что такое социальная группа. У нас действительно нет никакого закона, где бы давалось понятие пола, расы, национальности, но эти явления сомнений не вызывают. Но все-таки не вызывают сомнений, потому что ведь речь идет о возбуждении ненависти либо вражды, в том числе по признакам пола, расы, национальности. Но это все-таки всеми правоприменителями, всеми людьми будет толковаться, наверное, одинаково, да?
То есть единообразно. Да, единообразно. Уголовный закон ведь нуждается в толковании. Но некоторые понятия, которые используют уголовный закон, носят оценочный характер. И они толкуются правоприменителем неизбежно с учетом субъективных моментов каких-то. В этом случае правоприменитель руководствуется своим правосознанием. Законодатель и правоприменитель в лице Верховного суда пытаются избежать по возможности такие ситуации. Во-первых, привести к минимуму оценочные понятия, используемые в уголовном законе, но избавиться полностью от них невозможно. А во-вторых, все-таки дать единообразное толкование этим понятиям. И что касается решений Верховного суда, которые могли бы иметь силу, то это не решение городского суда, конечно. У нас есть Верховный суд Российской Федерации, и если он принимает какое-то решение, постановление и толкует то или иное понятие, то вот это толкование, оно дается единообразно на всей территории Российской Федерации. И Верховный суд, вот я уже говорила, совсем недавно обратил внимание как раз, что есть такие оценочные понятия в самом уголовном законе, в статье 282, и поэтому были внесены изменения в постановление Пленума Верховного суда, достаточно старое, 28 июня 2011 года, которое было принято, как сказал Павел Владимирович, в период, но более раннего действия этой нормы, когда практика еще только складывалась, и когда еще практика и в лице Верховного суда не могла дать точного единообразного толкования используемым терминам. А вот прошло уже почти 8 лет, и 20 сентября 2018 года Верховный суд обобщает уже практику и в лице большого количества уголовных дел и пытается уточнить вот эти термины. В частности, вот очень важный момент, связанный с обнаружением умысла. То есть это ответ на вопрос о том, почему вот вы размещаете на своей страничке то или иное изображение. Мало только того, что вы разместили это изображение. Верховный суд прямо указывает в определенном пункте, это пункт у нас, абзац 3, пункт 8. При решении вопроса о наличии или отсутствии лица прямого умысла, должен быть умысел только прямой, и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, при размещении материала в сети интернет, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. В частности, учитывать форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие содержания комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания и так далее. В том числе должны учитываться данные о личности самого лица. Прекрасно. Этого раньше не было. Прекрасно. Эти рекомендации Пленума Верховного суда говорят мне, дилетанту, о том, что они сами по себе допускают множественные совершенно толкования, то или иное. Вот. Следует учитывать и это. Да, но они пытаются охватить все возможные случаи. Я хотел бы уточнить по поводу все-таки городских и районных судов. Вот, допустим, районный суд там какого-нибудь воронежского какого-то там, или городской суд Воронежа принял решение о том, что Тора – это экстремистская литература. На основании этого решения Роскомнадзор вправе изъять тиражи из Казани, из Рязани и так далее? Я думаю, этого недостаточно. Это особый процессуальный порядок. Вот Игорь Олегович может рассказать, но это не связано. Нет? Не хочется, чтобы мы накидывали все в одну кучу, потому что в реальности антиэкстремистское законодательство содержит пару десятков разных механизмов, которые не связаны только с уголовным. Да? То есть, если мы говорим про уголовное, это одно. То, что говорите вы, это отдельный порядок, это прокурор обращается в суд с заявлением о признании определенного произведения экстремистским, и если суд признает его экстремистским, тогда его вносит Министерство юстиции в соответствующий перечень, и тогда хранение, распространение этого произведения образует собой административную ответственность. Снова никакой уголовный. Я поясню, что я имел в виду, я просто плохо сформулировал. Я намекал просто на то, что у нас вроде бы право непрецедентное, да, в России, но по сути оно прецедентное.
И если мы где-то в одном медвежьем углу зацепились за человека, как за экстремиста, и замотивировали, и это решение запросто может попасть в обобщение практики Верховным судом и быть затверждено. Вот что я имел в виду. Все немножко сложнее. Да, ну слава богу. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Все на самом деле намного сложнее, потому что да, скажем так, следственные органы могут протащить какое-нибудь сомнительное уголовное дело и получить обвинительный приговор, который вступит в силу, а потом распространить эту методику на другие регионы. Такое возможно, но в прямом смысле судебное решение по конкретному делу прецедентного характера, обязательного характера для других нет. носит. То есть, грубо говоря, жизнь намного, ну, она, скажем, сложнее. Да? То есть это опасности такие есть, а какие-то ну, вот реперные дела, они особенно публичные, да? они носят зачастую серьезно охлаждающий эффект. Да? В чем опасность этих самых уголовных дел в экстремизме? В том, что люди воспринимают это как руководство к самоцензуре. Да? То есть где граница между гигиеной и самоцензурой? И этот вопрос очень важный, потому что есть важные общественно-политические события, которые мы, да, я не знаю, будь для кого-то это там драка футболистов, для кого-то это там бой за звание чемпиона мира, для кого-то это, я не знаю, раскол Русской Православной Церкви с Ватиканом, и люди начинают поэтому на это реагировать. Каждый в меру своих знаний, возможностей, глубины темперамента и формы. Да? А то вот есть, мы, Леонид вот здесь Григорьевич, очень важно, сейчас попросим высказаться вот, по этому поводу. Вот как раз мы, собственно, передаем... По поводу чего? Темперамента? А? То есть разговор какой? Ничто не должно вас позывать, подталкивать к самоцензуре. Да? То есть, но, безусловно, важно, как Мария Вячеславовна сказала, вернее, она сослалась на слова Верховного суда, имеет значение форма. Понимаете, любую мысль можно донести, даже самую темпераментную, можно донести в абсолютно приличной форме. И лингвист любой вам скажет, используйте приличную форму, и все будет нормально. Да, то есть слова имеют значение. Во всех делах об экстремизме, прекрасно, еще раз скажу, имеет значение текст и слова, которые вы используете. Вопрос, Леонид Григорьевич, был не насчет вашего темперамента, хотя, может быть, кого-то из присутствующих, и он вас интересует. Вопрос был о границе между самоцензурой и свободой слова. И вот Павел Владимирович очень хорошо, как говорится, подвел, добавил, можно сказать. У Леонида Григорьевича есть петличка. Он спецподключенный. Ну, вот я немножко перехватила микрофон, потому что по поводу слов, которые сказал Павел Владимирович, о том, что все-таки слова действительно они носят тоже оценочный характер и оценивается как бы значение того или иного слова. Часто в этом случае проходит судебно-лингвистическая, судебно-литературоведческая, наверное, экспертиза. И вот я психолога, даже психиатрическая бывает экспертиза. Некоторым только она и нужна. Да, ну вот я вспомнила по поводу слова. В конце 80-х годов, когда только развивалось это активно-демократическое движение, один из представителей этого движения был осужден еще. Была попытка обсуждения его по старому уголовному кодексу за то, что он, тогда еще действовал УК РСФСР, за то, что он использовал в своем публичном выступлении, вот я сейчас тоже это слово использую, он использовал слово «жид», обращаясь там на площади какой-то, и встал вопрос, вот как раз по аналогу этой статьи пытались его осудить. В этом случае проходила очень длительная, очень сложная литературоведческая экспертиза, и которые нашли подтверждение тому, что это слово используется даже в стихотворениях Пушкина, и что в этом случае нет никакого такого вот термина, который бы использовался с целью унижения достоинства. И в итоге все-таки дело было прекращено. Но это был период, когда интернет еще не был развит в такой степени, и речь шла только о публичном выступлении. Но попытки использования терминов были. То есть это всегда носит в определенной степени оценочный характер, и подтвердить вот эту форму. Разные периоды бывают по-разному. Необходимо. Мы облегчили сейчас ответ на вопрос, потому что тема все-таки звучит, как не сесть за репост. Ответ очень простой. Сесть можно за все,
и освобожденным от ответственности можно быть тоже за все. Потому что качество написанных, вот слушаю я вас тут час уже, да, и понимаю, что качество написанных законов оставляет, мягко говоря, вы сказали, за формой следи. Следи за тем, как интеллигентно это сказать. Я скажу так вам. Качество написанных и действующих сегодня законов, оно оставляет желать лучшего. Очень настолько все размыто, настолько все непонятно. Можно до Пушкина уйти. Один синод там ушел до 1683 года. Куда угодно можно копать, чтобы доказать, что ты виновен, чтобы доказать, что нет. Первый вопрос, который возникает, все-таки это дискуссионный клуб, и мы не только, на мой взгляд, должны рассказывать о том, что вот сегодня происходит, то есть давать обзор того, что есть, но и некоторые вот, ну, некоторые мысли по поводу того, что можно было бы поменять. Да? Вот мы говорим, общество меняется, изменилась действительность, новые технологии, цифра. Они изменили сознание человека, они изменили грани дозволенного, они сделали публичным практически, вот об этом уже говорилось, каждый шаг, каждый чих. Да? Все это можно задокументировать, а очень многое можно скрыть за анонимностью, да, и это тоже позволяет определенные технологии. Вот должно произойти некое переосмысление того, что есть человек, его права, его возможности, его границы в этом новом. Должны измениться какие-то глобальные принципиальные подходы. Это то, что называется большой гуманитарной проблемой, которая рождается на наших глазах посредством развития новых технологий. И в это потихонечку, да, вот втягивают. Тут мы уже с вами хорошо обсуждаем. Плохо, что, скажем, юриспруденция наша, да, не обижайтесь на меня, я вас всех очень люблю, но у меня ощущение, что она не дотягивает вот до этого современного. Это, знаете, как в школах развернули борьбу на ЕГЭ с гаджетами. Обыскивают, значит, штаны снимают. Только бы не прошел с телефоном, с гаджетом, все. Идет такая глобальная война с цивилизацией. Вот есть данность, вот он растет на гаджетах, он многое оттуда черпает. Да, он действительно, вот человек нового поколения, человек цифры. Но вот на ЕГЭ забудь про это. Ты уже вне этого, вот в чем ты вырос, да? Не хватает какой-то вот смычки, какого-то нового переосмысление того, как вот в этой ситуации с этим новым человеком надо организовать процесс контроля его знаний, в данном случае ЕГЭ, чтобы одно другому не противоречило, чтобы людей не обыскивали и чтобы не воевали с тем, на чем он вырос. То же самое здесь. Вот есть некоторая данность, есть интернет, есть глобальная сеть, есть цифра, новые платформы, новые технологии, масса прав, которые сегодня нам дарованы, да, глобализация. Есть необходимость бороться, совершенно верно было сказано, вот есть вещи, которые зло, мы это однозначно понимаем, и есть старое понимание законотворчества, вот такое размытое, это как вот, Юрий Прокофьевич, вы сказали, закон нас во всем защищает, но он во всем обвиняет, мы знаем, что все хозяйственники сегодня могут в 5 минут быть осуждены за что-нибудь. И бесхозяйственники. И бесхозяйственники. Все руководители, потому что каждый из них по этому закону поступает правильно, поэтому нарушает. Вот. И вот закон творчества, мне кажется, надо еще ставить вопрос, это уже в дискуссионном порядке, конечно, да, не в информационном, а в дискуссионном, о том, что нужно менять подходы к законотворчеству. Законодатель должен вот эти размытые, но вот если мы размытые формулировки, вот все от этого вот надо по-другому сегодня формировать и законы, и формулировки. И очень серьезно работать над, да, это будут другого вида, наверное, законы в новом обществе, да, они должны будут требовать детализации каждого, вот, иначе вот про все. Иначе жид это хорошо, вот, а Штирлиц, фотография Штирлица это плохо, потому что у Штирлица здесь вот эта штука, который боролся за то, чтобы никогда это слово не говорили, да, а тут как-то, ну, ведь Пушкин писал, понимаете. Давайте Пушкина в контекст посмотрим. Ну, в общем, тут можно уплыть. Второе, конечно, то есть это прокачивает закон. Второе, конечно, это то, что связано с экспертным сообществом. Вы уже упоминали несколько раз о том, что это уходит на определенную экспертизу. Вопрос о суде кто, это в данном случае не про судей, сейчас, а про экспертов. Откуда это сообщество берется? Кто они такие?
какой уровень их квалификации, каким образом они сегодня функционируют, значит, на основе чего они сами существуют, где запрос на расширение этого экспертного сообщества. Где, вот, работаю, я вот не чувствую большого вот, запроса. Значит, это тоже очень серьезный вопрос. Потому что вот мы массу вот молодых людей пригласили, а они вот есть опасность, что выйдут, так и не поняв, за что же. Надо разъяснить, за что пока же. Не поздно, время еще. Один есть только вот сейчас поддержит, там, дополнит или там, значит, уведет коллега. Значит, одно ясно, надо быть очень осторожным. А с другой стороны, как? Вот. Когда изменилось. Понимаете, общество изменилось настолько, мы должны переосмыслить. Вот мы иногда смотрим, вот, наверное, юристы точно, да, вот за голову хватаются. Люди в прямом эфире транслируют, ну, эфире, условный термин, да, как они избивают друга, насилие. Они сами на себя компромат снимают уже, да, даже не понимают, что они это делают иногда, да. То есть образ мышления поменялся. Другое какое-то поколение вошло в большую жизнь. Это не значит, что это надо приветствовать, что это хорошо. Это значит, что надо просто понимать, что в этом новом совершенно пространстве, в этом новом обществе, с этим человеком, вооруженным совершенно новыми, уникальными технологиями, и чем дальше они будут развиваться, тем меньше будет шансов у нас отловить какого-то там негодяя, потому что он будет уплывать там на каких-то новых и новых платформах. Да? Я уж об откровенных негодяях говорю. Надо переосмысливать и роль законотворца, и того, кто эти законы применяет, на практике какой-то использует и пытается привнести порядок в обществе, и роль экспертного сообщества. Это я такой дефисками сейчас передаю, с вашего разрешения, без вас. Сейчас, не, да. Сейчас я с удовольствием предоставлю слово известному блогеру нашему. Почему никто не хлопал, я не знаю. Почему никто не хлопает-то? Вот. Но прежде чем заслуживший ваши аплодисменты Нияз Латыпов получит слово, я хотел бы сказать в защиту юристов, потому что мы коллеги с Леонидом Григорьевичем, он журналист, я журналист, он вами тут руководит, уважаемые студенты Высшей школы журналистики, и он, конечно, тут навешал и юристам, и экспертному сообществу, и законы не так пишете, и не то делаете, и экспертное сообщество не расширяется. Я хотел бы чуть-чуть просто защитить юристов. Каким образом? Лёнь, вопрос-то был ведь с моей стороны немножко другой. Где разница, грань между свободным словом и самоцензурой? То есть я предлагаю нам немножечко обратиться на себя, нам, работникам пера и топора. Мы-то сами понимаем, что творим вообще, мы несем ответственность, потому что социальные сети, которые официально, конечно, не являются средствами массовой информации, являются таковыми по факту. И то, что там транслируется, постится, репостится, это зачастую либо прямое заимствование из действующих СМИ, либо в той или иной степени преломленная зависимость от уровня понимания, от, опять же, темперамента, от образования и так далее. Оригинальных-то мыслей, давайте будем уж откровенны, да, мягко говоря, немного. А перепевок, заимствований целая куча. И СМИ, так называемые традиционные СМИ, классические, если угодно, СМИ, с моей точки зрения, несут за эту возможность вакханалии, я не хочу сказать, что она воцарилась, свою долю ответственности. И когда мы говорим о том, что нужна самоцензура, мы о чем говорим? Я хочу понять и хочу услышать, вот, Леонид Григорьевич, в частности, от вас. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что нам не дано, или нам должно быть дано предугадать, как наше слово отзовется, я поэтическую строчку повторю. Или мы не контролируем это. Это самоцензура или ответственность за то, что ты хочешь высказать. Вот здесь вот есть какая-то блоха, какая-то заковыка, выражаясь словами покойного Ельцина, да? Загогулина, я бы сказал. Что по этому поводу? Ну, я вот все-таки, может быть, слово дадим, вот, а потом я вернусь. Леонид Григорьевич не только опытный журналист, он недаром много лет руководил государственным агентством «Татаринформ». Он еще и прекрасный дипломат. У меня самоцензура включилась пока. Подумал. Он очень хорошо переключил наше внимание на блогера. Мне нечем крыть, не ясно.
Я очень рад, что наконец-то и до меня дошла речь. Я предпочитаю все-таки как-то лицом к аудитории разговаривать. Между прочим, я постараюсь частично ответить и на ваш пассаж по поводу того, каким образом оценивать. Но я бы хотел начать немножко с другой стороны. Вообще, когда меня сюда пригласили, когда я прочитал вот это вот название «Как не сесть за репост», у меня возникла такая ассоциация. Примерно как если бы в начале прошлого века это бы звучало примерно так. Как не умереть лютой смертью под колесами самобеглого экипажа? Мне кажется, то, что вот эта вот проблема, она с одной стороны хотя и существует, с другой стороны, мягко говоря, преувеличена ее важность. Сейчас я объясню почему. Дело в том, что, почему я привел пример самобеглой коляской. Мы живем во время, когда очень сильно меняется все. С одной стороны, меняется и политический строй. Вот в последнее время даже там у нас такие события в религиозной сфере происходят. Но самое главное, что у нас происходит изменение способа получения информации, ее усваивания, ее... Понимаете, дело в том, что вот эти вот проблемы, которые сейчас описываются, которые Павел там упоминает, то, что здесь проблема, тут там человека посадили, тут там засудили, тролливали, это неизбежно. Когда происходит смена состояний, когда изменяется сама структура потребления информации обществом, это просто неизбежно. Просто люди не умеют. Мне очень понравилось, как вы высказались о том, что это гигиена. Правильно. Мы живем в странное время. У нас милиционеры не знают, в каких случаях судить, а в каких отпускать, потому что нет четкого толкования. Поверьте, пройдет какое-то время, накопится этот самый опыт. И те самые люди, которые сейчас порой принимают странные, на наш взгляд, или там даже преступные, на наш взгляд, некоторых решения, они научатся, они поймут, что вот так вот стоит, а вот так вот тебя, что называется, ай-яй-яй. Это естественный процесс. И я не согласен с вами, что количество подобных дел будет расти. Государству невыгодно ни рост количества таких дел, ни, скажем так, рост протестной активности. Простите, я закончу свою мысль. Хорошо. Извините, буквально две минуты. Угу. Мне кажется, что вот этот вопрос, который мы сейчас подняли, это является частью намного более важного вопроса. Конечно. Дело в том, что на протяжении всего существования человечества основной задачей самого принципа образования было донести, перенести следующим поколениям те знания, тот опыт, который они накопили и который критично важно передать. Сейчас мы живем во время, когда эта критичность, мягко говоря, отпала. Сейчас необходимость в заучивании какой-то там статистической информации просто не нужна. Как следствие, будут вымирать огромное количество целых классов профессий. Те же самые юристы, простите, как профессия, она просто вымрет. Просто потому, что уже сейчас искусственный интеллект принимает решения, которые впоследствии оказываются более правильными, чем целый консилиум профессиональных юристов. Те же самые. Количество медицинских работников неизбежно будет сокращаться, хотя бы потому, останется, что сейчас искусственный интеллект позволяет принимать намного более точные решения в определении диагнозов. Таким образом, нам нужно менять саму структуру преподавания. Я думаю, что в будущем образование будет строиться совершенно по-другому, нежели сейчас. Я думаю, что сейчас мы заучиваем огромное количество ненужной нам информации, а информация должна усваивается так, чтобы нам было интересно. Когда вы, каждый из вас, играете в компьютерную игру, вы прокачиваете... Мы немножко о другом говорим. Да-да-да. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Вы сделали все очень хорошо и правильно об образовании, но вот вы обмолвились, так сказали, что вот, ну, ничего, сейчас пока милиционеры там или полицейские не знают, как там себя вести в том или ином случае. Но это накопится, и все будет хорошо. А те люди, которых они, не зная, как себя вести, за шкирку утащили в КПЗ, а из КПЗ потом утащили на срок, будут ждать, пока накопится, что ли? Это нормально? Абсолютно. Да? А, все понял, вопросов нет. И такая позиция существует, как мы видим, и она, может быть, даже имеет право на жизнь. Но, Леонид Григорьевич, не отвертишься ведь. Что с самоцензурой-то? Вопрос это такой. Благо, это зло, где ее пределы, нужна она, не нужна? Нет, самоцензура, она вообще в природе мало-мальски воспитанного человека всегда присутствует, сидит. То есть, если сейчас скажу, не нужна самоцензура, нужна самоцензура. Ну, самый простой пример, вот мы тут сидим, разговариваем, и разговариваем не на матом, да? Странно. Вот. То есть у нас часа и все еще в рамках приличия. Мы знаем про какие-то вот ограничения, которые иногда, может быть, нам мешают. Знаете, есть люди, которые вот
чувствуется, вот ему сейчас для связки бы пару слов, и все было бы отлично. Это про меня. Да, предложение бы сложилось. А вот он, ну, все-таки он включает вот эту самоцензуру. Другое дело, остальное человек вправе выражать, да, вот. Но это диктуется внутренней культурой. Окей. Его внутренней культурой, его пониманием того, где, в каком он находится в сообществе, для кого, для чего. Одно дело, хорошо, мы сидим там, скорбезные анекдоты рассказываем за столом на кухне, другое дело, мы вышли сюда. Это вот один момент. В данном случае надо понять, что такое социальное пространство. Социальное пространство, оно хоть всегда говорят, это моя страничка, там все, оно потенциально действительно доступно огромной массе людей, безгранично, миллиарды потенциально. И ты должен там понимать, это вопрос твоей внутренней культуры, и тут действительно роль системы образования очень важна, она очень существенна. Ты должен понимать, что чего бы ты там ни делал, как бы ты ни выражал там свои собственные «я», какие бы ты там цензурные ограничения, самоограничения не хотел преодолеть, ты вообще общаешься с большой, потенциально безграничной аудиторией. И ты должен в силу своего вот, культурного кода да, ограничения соответствующие вводить. Если ты их перешел, если ты эту грань перешел, ты должен быть готов к тому, что за тобой следом придет какое-то наказание. Оно может быть в виде административного, уголовного кодекса. Оно может быть в виде того, что кто-то потом встретит тебя на улице, просто даст в ухо, чтобы ты так больше себя не вел. И ты из анонима превратишься в конкретного клиента поликлиники. Пострадавшего. Да, пострадавшего. Так что вот тут вот, тут вот только это можно Все сказать. Все понятно, спасибо. Я хотел бы просто, чтобы в завершении, мы уже достаточно долго действительно здесь разговариваем, предложить такой небольшой устный, да, без картинок кейс, и давайте все вместе его обсудим. Я хотел бы, чтобы, ребята, и вы тоже включились немножко, потому что вы слушаете, потихоньку начинаете засыпать уже, да, некоторые. Ну, это стандартная ситуация, через полтора часа, ну, да, самосохранение, как недавно один медик сказал, это же, говорит, элементарная реакция самосохранения. Ну, что ты, раз и все, и организм отключается. Так вот, кейсик очень простой такой. Я думаю, что, во всяком случае, молодые люди, да, ребята, уж если не смотрели, то гарантированно слышали о недавнем тут вот бое Хабиба Нурмухамедова и Конора Макгрегора. Да? А кто-то из вас, может быть, даже участвовал за полдня или там за день до того, как этот бой там стартовал. На сайте «Говорит Москва», радио «Говорит Москва», это Доренко, Сергей Доренко ведет, была вывешена опроска такой, вы за там Конора или за Хабиба, голосуйте. Никто не сталкивался с этим, да? Ну, не очень популярный сайт, конечно, если бы где-нибудь группу ВКонтакте, может быть, быстрее бы добежала. Но я просто вам рассказываю, что такая голосовалка была запущена. За несколько часов проголосовали, Павел, мы с вами говорили до эфира, да, вот сейчас просто давайте все-таки к этой теме подойдем, да, когда излишества вредят, в том числе ограничивающие. За несколько часов буквально этого голосования более 5000 человек высказалось, и вдруг, вот здесь, как наше слово отзовется, и ответственность СМИ, вот эту вот нотку я хочу подчеркнуть, и вдруг обнаружилось, что 65 почти, ну я округляю, 65% проголосовавших поддержали Конора Макгрегора, да, этого ирландского пьяницу и так далее, да, дебошира, фу. И только 35, меньше 35%, вот я вижу, вы в теме, да, как принято говорить, поддержали Хабиба. А? Нет, ну тут понимаете. А что, давайте здесь голосовалку устроим. Кто Макгрегора поддерживал и поддерживает? Окей, окей. Спасибо, примерно понятно. А Хабиб? Я спрошу на лезгинском. Why? Не понял. Почему? Ну, во-первых, мы ведем речь о голосовалке до того, да? Но я понял, по крайней мере, вы объяснили, да. То есть он не представлял Россию.
То есть вы не воспринимаете Дагестан в данном случае как Россию? Я конкретно про этого молодого человека говорю. Я понял, спасибо. Уже реакция здесь уже сама по себе очень интересная. Но я вообще-то веду к чему? Ребят, чуть еще 5 минут и мы заканчиваем. Чуть-чуть еще потерпите, пожалуйста. Да? Смотрите, вот где вот была перейдена грань? Пока все было хорошо. Ну, разместили опрос, ну, стандарты на сайте, люди стали высказываться. Первый такой триггер, спускающий ситуацию, да, оказывается, большинство, и даже, можно сказать, подавляющее большинство, не за гражданина Российской Федерации, не за того, кто представляет честь нашей Родины, наш флаг, etc., а за какого-то ирландца, за иностранца. Он людям симпатичнее оказался. Ну, тут не на эхе. Опрос, я же, по-моему, внятно сказал, опрос проводила станция Сергея Доренко. Тоже, конечно, замечание принимается, потому что публика у каждой аудитории специфическая, у эхо своя, у этого своя, но факт остается фактом. Я-то говорю о чем сейчас, к чему веду. А дальше начинаются комментарии, вот примерно так. Вот здесь был очень корректный, хороший комментарий. Я считаю, что он не представляет Россию. Браво. Это ваше право, вы высказали свою точку зрения, почему вы поддерживаете или поддерживали в том бою конкретно Конор. Но те комментарии, которые посыпались на сайте «Говорит Москва», пошли гораздо дальше. Люди, пользователи, объясняя, почему они поддержали Конора, но не поддержали Хабиба, стали поливать... Как сам Хабиб высказался, да, уже в таком, возвратившись оттуда в многочисленных интервью, религию, национальность, его привычки, он такой, он не сякой, а Конор европеец. И вот я зацикливаюсь, да, и закругляю вот нашу тематику. Вот было бы такое количество бранных выражений, а более чем откровенных высказываний враждебных по смыслу и по интонации пассажей в адрес Хабиба Нурмухамедова, если бы все это происходило вот так, в реале, и мы сидели бы и видели друг друга. Нет, конечно нет, правда? Потому что мы же все живые люди, приличия-то какие-то есть. Но уходя за аватарку, да, становясь полуанонимным, это, кстати сказать, ребята, верх наивности, что вы, оказавшись там, закрывшись какой-то аватаркой, для кого-то стали аноним, вы стали анонимным для своего соседа, но далеко не для тех людей, которым нужно что-то о вас узнать. Причем это касается не только правоохранительных органов, а и прямо противоположной страты, правонарушительных органов и организаций. Так что не обольщайтесь своей анонимностью. Так вот, как только мы ушли, спрятались за аватаркой, да, превратились в анонимов. Какие-то тормоза, как у пьяных или у обдолбанных, да, начинают сниматься. Можно высказаться, как ты хочешь, все тебе позволено. И мат, и брань, и оскорбление. И если мы себе это позволяем, что ж мы потом удивляемся? Что за некоторыми из нас приходят. Или правоохранительные органы, или, как Леонид Григорьевич заметил, те, которые могут встретить на улице и дать в ухо. Да? Я почему сейчас, перед тем, как рассказать эту ситуацию с сайтом «Говорит Москва», обратился к Павлу Владимировичу, потому что мы здесь до эфира просто вот пока сюда спускались, собирались. Павел Владимирович коснулся такой достаточно деликатной темы, да, не вот конкретно нашей татарстанской. Как иногда, борясь с экстремизмом, да, борясь с крайностями, в том числе и с теми крайностями, о которых я сейчас говорил, вот, применительно к бою там, с Конором, там, этого Хабиба, можно выкорчевать и способность к здоровому, скажем, оппонированию власти. История
92-го, 93-го, 94-го года, история повышенной суверенизации и борьбы с национальным экстремизмом в Республике Татарстан. Давайте, это достаточно тоже щекотливая тема, давайте вот мы ее припас в конец, давайте мы ее сейчас обсудим быстренько и скажем друг другу спасибо за терпение и внимание. Павел Владимирович, прошу. Ну, касаясь комментариев, то есть я не читал, не знаю, как, насколько они там... Поэтому не будете осуждать. И осуждать действительно не берусь. Очевидно абсолютно, что бой и вообще вся движуха вокруг этого боя и полемика, она вышла за, далеко за рамки, собственно, бокса. И, или что там, не бокса, ММА, какие-то там... Да. Смешанные единоборства. Да, да, смешанные единоборства. То есть явно разговор был немножко о другом, и это была, ну, общественная дискуссия. И, собственно, в общественной дискуссии позволительно, в полемике позволительно и, собственно, такие довольно резкие выражения. И это, по идее, должно быть нормально. То есть я к тому, что, не читая эти комментарии, были ли там, ну, насколько они были там, были ли там экстремистские высказывания, но в целом это нормальная полемическая ситуация, да, когда люди высказывают разные крайние точки зрения. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И даже когда они используют и вообще... Тут должен прозвучать в теме экстремизма стандарты Европейского суда по правам человека, защищают высказывания, в том числе, которое, ну, скажем так, вызывает, побуждает, раздражает, потому что это общественная дискуссия. То есть важно вот это тоже знать. Да? Форма и слова, безусловно, имеют значение. Разговор про Татарстан, потому что я спросил, будем ли мы в контексте борьбы с экстремизмом касаться нашей республики. И есть ли какая-то специфика региональной в стране? Специфика, безусловно, есть. И я хочу начать с того, что Татарстан далеко не на плохом счету в сравнении с другими регионами. То есть у нас здесь нет охоты на ведьм и поиска экстремизма там, где его нет. У нас здесь нет такого, это для вас пишущих, потому что расследуется дело по месту совершения преступления. То есть, грубо говоря, где вы написали у себя дома, со своего мобильного телефона, там это и будет расследоваться. То есть это будет расследоваться, не дай бог, в Республике Татарстан. То есть здесь можно сказать, что ситуация более-менее спокойная. Наверное, я с своей правозащитной точки зрения и позиции должен сказать с одним единственным минусом и изъяном, который важно проговорить. Есть четкая установка совместная разных правоохранительных органов и судебной системы на жесткое реагирование на высказывания татарских националистов. То есть все, что касается национализма, именно татарского национализма, в меньшей степени русского, хотя тоже присутствует здесь. Просто у нас здесь в республике не так выражены вот эти... Русские эти националисты здесь не поднимают голову. Ну, в общем, там тоже есть реакция, но на высказывания татарских националистов практически все, в основном, это те старые националисты начала 90-х годов, как вы правильно сказали, это Рафис Кашапов, это Фаузия Байрамова, это те, кто там вот Азатлык, Итифак, все татарские общественный центр, да. Его Набережно-Челнинское отделение. Это вот эти вот главные, некоторые из них включены в перечень экстремистских организаций. Я тут должен как юрист оговориться. Челнинцы, вот. По-моему, да? Да, и, по-моему, уже и в ТОЦ тоже. То есть вот представители этих, родоначальники их, они все осуждены по этим самым статьям 282. Вот Кашапов дважды осужден, у него вообще сейчас первое уголовное дело, он был оправдан, второе уголовное дело он получил условку, третье уголовное дело он получил 3 года реального лишения свободы, отбыл от звонка до звонка и вышел перед началом 2018 года. Уехал, попросил политическое убежище, по-моему, в Великобритании. Да. И летом было возбуждено 4-е уголовное дело в отношении него. У нас сидит еще один татарский националист, это Данис Сафаргалий, который тоже осужден по 282 статье и хулиганству. И здесь есть, скажем так, объяснение этому понятное. То есть власти не хотят, чтобы национализм поднимал голову.
ни такой, ни сякой. И Татарстан всегда славился своим и всегда хвастался своей толерантностью, своим дружеским отношением между различными группами. И это во многом действительно так в сравнении со многими другими регионами. Но здесь возникло некоторое «но». Да? Оно просится. Вот смотрите, когда я приводил этот пример. 10 лет назад прошла серия историй с призывниками из Татарстана, которые пострадали в результате дедовщины, когда они служили в армии. И так случайно произошло, что подряд это были татарские ребята, то есть татары. Это был там Хабиров Радик из Тоцкого гарнизона, это там был Бекмухамедов один, не буду фамилий. Во многом ощущалось и была информация у нас, наш юрист представлял интерес потерпевших по этим делам, что там была этническая дедовщина, что их били, потому что они татары, во многом. И здесь это всколыхнуло общественность. И татарские националисты вышли с пикетом на Площадь Свободы. Мы вообще даже не думали об этой стороне всей истории, потому что мы просто как бы работали в рамках уголовного дела, представляя интерес потерпевших. Это был мощнейший толчок для республиканских властей, чтобы заняться темой, связанной с дедовщиной и с защитой прав призывников из Республики Татарстан. И я там, я не знаю, десятки раз с гордостью говорил о том, как здорово Кабинет министров Республики Татарстан решил и продолжает решать эту проблему. Мобильные телефоны раздают, обзванивают всех, поездки. Если возникают какие-то проблемы, переводят из одной войсковой части в другую. Уровень взаимоотношений был между Ментимером Шарифовичем Шаймиевым и министром обороны. На тот момент, наверное, Иванов это был. То есть там на этом уровне решался вопрос. Кто толкнул? Ну, в какой-то степени мы, потому что мы, правозащитники, начали работать по этому делу, но политически толкнули татарские националисты. Какая у нас ситуация была в прошлом году, самая актуальная для Татарстана? Правильно, татарский язык. Когда возникла ситуация с татарским языком, кто, по идее, должен был быть первым, кто должен был встать и сказать: подождите, но подождите, это же национальный язык, национальную культуру и так далее. По логике это должны были сделать татарские националисты. А с ними со всеми уже к этому времени расправились, некоторые из них уже сидели. И республиканские власти попали в довольно сложную ситуацию, потому что они должны были, с одной стороны, идти в русле президента, потому что это именно Владимир Путин высказался по поводу, да? Добровольности, недобровольности. С другой стороны, а как же национальная идентичность и так далее? И я не хочу, чтобы мы уходили в тему татарского языка, я хочу просто сказать, что политический спектр, он должен быть разный. И там должны быть и консерваторы, и либералы, и националисты, они должны спорить на разные актуальные темы. Потому что и эта полемика, она должна быть в рамках приличий, с соблюдением гигиены, без унижения и без возбуждения вражды. Но высказывать точки зрения должны разные люди, которые должны говорить, что этот человек не представляет Россию, я считаю. А эти, наоборот, говорят, что подождите, значит, у нас тут европейская культура, мы европейские. Но я не знаю, какие точки зрения там были, я не смотрел ни бои, в общем, для меня это не совсем мое. Но общий смысл заключается вот в этом. То есть очень важно поддерживать, для сейчас как бы посыл государства, да, очень важно, которого здесь нет, очень важно поддерживать разные точки зрения и уважать дискуссию с разных сторон, которые ведется. И даже если кто-то, извините, обронил какое-нибудь матерное слово, ну, по большому счету, ну, как бы, ну и ладно, мы же все, в принципе, взрослые люди. Мы его запикаем. Ну, конечно. Мы его запикаем. Спасибо большое за комментарий. Да, еще журналист, вот один из самых последовательных приверженцев демократических свобод и прав всех и вся, Рустем Вафин. И... Павел Владимирович, а у меня такой вопрос простой. Суп-суп, дверь, милиция. Ты спал, проснулся, да, обувь, что-то еще. Такая ситуация, которая не представляется реальной, на самом деле такая ситуация случается. Рустем, миль пардон, микрофон или... Микрофон выключен. Поменяй микрофон. Что есть рабочий? Раз. А,
Ситуация такая, тук-тук, откройте дверь, милиция, центр Э или органы. Полиция. Полиция, да. Вы что-то публиковали, вы сами забыли, не знаете. Условно говоря, что в ситуации такое делать? Там, на вас возбуждено дело. Что в такой ситуации делать? Не дожидайтесь, пока выберет юридическая профессия, найдите себе адвоката как можно раньше. Я вам скажу, это универсальный совет. Значит, легче всего сделать так, чтобы уголовное дело не было возбуждено на стадии доследственной проверки. Сложнее добиться прекращения возбужденного уголовного дела невозможно. Добиться оправдания в суде. Статистически в России оправдательных приговоров не выносится. Статистически, да? То есть вся борьба, чем на более ранний, чем раньше у вас, короче, появится профессиональный юрист, тем больше большего успеха он сможет достичь. Ну, все зависит от того, что вы там написали, извините, да? То есть там может быть написано такое, что никакой волшебный юрист не поможет. Спасибо. Мария Вячеславовна, вы начинали с разъяснения. Если возможно, давайте мы вами же и закончим. То есть очень коротко, о чем, к чему мы, в общем-то, пришли. Судя по тому, что сказал Павел Владимирович, к тому, что во всем нужно знать меру, если уж совсем так, да, простенько. Каковы перспективы, вот с вашей точки зрения? Мы идем все-таки к тому, к так называемому кэре милосердия, кэре свободы высказывания, расцветание 100 цветов. Или, по вашему опыту юриста и человека, просто умудренного жизнью, мы все-таки идем в какую-то другую, противоположную сторону, а может быть, в третью. У нас же всегда какой-то свой путь. Вот ни туда, ни сюда, а куда-то в сторону. Наверное, трудно сказать однозначно, в какую сторону мы идем. Вот я лучше вот сейчас о том, куда идет вообще Россия. Естественно, вы знаете о том, что умом Россию не понять, и да, в Россию можно только верить. И что касается развития нашего уголовного законодательства, поскольку речь идет о том, куда идет в целом уголовное законодательство, в отношении, в частности, этой статьи и в отношении практики применения, то сейчас, как мы видим по проекту, если он будет принят до конца, и как мы видим по тем изменениям, то мы идем в сторону гуманизации на данном этапе. Понятно. Большое спасибо. Это обнадеживает. На этом мы давайте будем заканчивать, но я надеюсь, что все...